браузеры, такие вот мои выводы. Вы можете коллективно владеть документом. Скоро будет доступна онлайн и офлайн правка, то есть в любом режиме. Вы сможете работать с этим с мобильных устройств. Например, включили с утра дома компьютер, поехали, пробки посидели, поредактировали, куда-то доехали, на работе закончили редактирование. И теперь достаточно не загрузить, там через почту переслать, а просто дать ссылку на документ. Вот эти ссылки очень универсальный механизм. Ну, у меня все, спасибо за внимание. Где брейк? Да, есть вопросы? Да? Как я понимаю, насколько сейчас известно было, то есть Google Drive там был приостановлен, и за место его сейчас как раз возможность пришла в Google Docs загружать практически любой формат документа на сохранение. Не исключено, просто Google Drive может вообще перелететь в проект Chrome OS. Да, то есть он просто станет скорее идеологией о том, что мы теперь не только документы храним. Да, вот я недавно загрузил видео и расширил на YouTube. То есть, но там есть какие-то ограничения пока на размер не очень удачные, но здесь все. Какая-то альтернатива Dropbox есть? Драйв это альтернатива Dropbox или все-таки? Ну, хочется избежать обсуждения этих вещей с Dropbox, но в частности, мне кажется, по каким-то пунктам альтернатива есть, в частности, вот появившаяся синхронизация с папкой, которая уже есть в каких-то утилитах и будет. А в папке может лежать определенный формат файлов или любой? Любой формат файлов. То есть после того, как будет поддерживаться любой, он его может законвертировать в свой, то есть он его конвертирует в свой. Другое дело, что когда вы тут создаете документ, то можно создать какой-то стандартный формат. То есть, если вы, например, сделали формат какой-нибудь свой, с вашей фамилией, да, загнали в Google Docs, он его, предположим, преобразовал, и загоните обратно, он вам сделает обычный док, а не ваш формат. Есть такой минус. Так. Еще есть вопросы? Мы уже перейдем к следующему. Давайте перейдем к следующему.